буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Они всегда стремятся действовать. Обладатели этого имени испытывают трудности с проявлением собственных чувств, хотя внутренне они искренне восхищаются и могут нафантазировать гораздо больше, чем могут показать внешними инструментами. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. При определенном роковом стечении жизненных обстоятельств зачастую владельцы этого имени превращаются в диктаторов, хотя в обычной жизни они достаточно миролюбивы. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Для представителей этого имени основной планетой является Юпитер, могущественного бога по древней мифологии и самый большой из планет Солнечной системы. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.